На аллее славы почтили бойцов, погибших при исполнении воинского долга за пределами Родины. В день памяти воинов-интернационалистов, представители администрации округа, депутаты, участники общественных организаций, школьники и жители муниципалитета возложили цветы к вечному огню. Тот же лес, тот же воздух и даже вода, только он не вернулся из боя. 15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Это была одна из самых затяжных и трагических войн 20 века. Участник тех боевых действий, кавалер двух орденов Красной Звезды Валерий Бодряшов рассказывает, что подвиг солдат – достойный пример мужества для подрастающего поколения. Это ведь праздник для нашего населения, праздник мужества, праздник стойкости наших солдат, бойцов. А этот праздник, он должен воспитывать патриотизм в нашем народе, в нашей молодежи особенно. Вот для меня что-то праздник. Мы, естественно, однополчане, встречаемся постоянно. К сожалению, некоторых уже нет у нас в живых, память великая. И ведь и теперешние наши воины, они не только защищают интересы нашего государства, но и борются за мир. Перед собравшимися выступили глава Ленинского городского округа Станислав Катаров и председатель Совета депутатов Станислав Радченко. Сегодня наши ребята выполняют долг. И я уверен, что все, что от них зависит, они сделают в самом лучшем виде. А мы, конечно же, будем их поддерживать, как и всегда. Россия поддерживала своих бойцов и все делали для того, чтобы победа была за нами. Сегодня мы отдаем дань уважения и памяти всем тем, кого сегодня с нами нет, кто ценой жизни защищал интересы нашего государства. И вместе с тем говорим слова признательности, благодарности и уважения всем тем, кто прошел горнило войны и вернулся живым к своим семьям. А наша задача – это помнить, чтить память и учить этому наших детей, подрастающее поколение. Председатель местного отделения общественной организации ветеранов «Боевое братство» отметил, что ветераны локальных войн дают советы участникам боевых действий в зоне СВО. Желаем вам всегда здравия, всего самого хорошего. И мы всегда рядом с вами. Мы плечо к плечу. Все ребята, которые выполняющие боевые задачи за пределами нашей Родины. И на сегодняшний момент на новых территориях мы в одном строю. Воины-интернационалисты, верные присяге, честно выполнили поставленные перед ними задачи. Сражались отважно, помогали братским народам бороться за свое будущее и защищали безопасность южных границ нашей страны.